ленточек. Девушки, ленточки возьмите. Не достаем, показываем. Свои болты. Те люди, которые принимают данные решения, пусть они первыми пересаживаются на отечественный автопром. У нас есть лозунг депутатов на колено, а премьера на дрезину. Пожалуйста, садитесь. И здесь нужно сегодня понять, что мы должны отстаивать свое право. Право на то, что мы хотим ездить на тех автомобилях, которые нам нравятся, которые безопасны. Вот сколько много. Ребята, всем привет! Привет! Больше 200 человек должно было приехать, а приехало всего 10. Объясню почему. Самое страшное произошло. Люди боятся. Включая аварийки, повязывая ленты, выезжаем на Садовое кольцо. Не нужно? Мы ничего не собираемся блокировать. Мы просто хотим показать свое несогласие. Нас остановили, вот сейчас протокол заполняет второй ряд на аварийках. Человек стоял. Подонки могут, когда хотят, работать! Андрей Сергеевич, почему тебе посмотрим на полном числе? Вот у него должны быть дружинки, вот я ее в России. Сколько раз остановили? Один. Там народ по 4, по 5 раз, предел полный. Много раз останавливали? Раз в 3, наверное. Сегодня, раз в 20 уже, если не больше. Я просил взять справку, что меня уже проверяли, но не дали, к сожалению. Справа при прямой останавливайте. Мешаем? Мешаем. А есть наклейки? Нет, к сожалению. Уже все раздали. А ленты нет? Причаливай, лента есть. За мной. Спасибо. Да.